Всем приветствие. Мини-видосик про голову вепря, скрытый квест, ну и парочка отступлений перед этим. Во-первых, у нас на карте раньше вот здесь вопросики, да, везде были. И в самом начале, до последнего патча, была уникальная локация, только хижина ведьмы. Сейчас же появилось еще три. Это хижина отшельника, лепрозорий и разрушенная казарма. Так вот, голова вепря находится в разрушенной казарме. То есть нужно просто по карте пройтись по вопросикам, и мы случайным образом где-то наткнемся на эту казарму. Сейчас чуть позже будет видосик, нарезочка из стрима, где как выглядит вход, это голова, что будет, если ее сдать, вот эти все элементы. Так, а сейчас я покажу и спрошу сразу кое-что у внимательных игроков. Вот, в общем, в тех двух других локациях мы находим просыревший дневник и старый лечебник. Вот есть ли им какое-то применение, можно ли их тоже кому-то дать, я просто не проверял, не кликал. Поэтому, если кто вдруг знает, что-то с ними сделать можно, то, пожалуйста, напишите. И еще один вопрос про дополнительные еще скрытые квесты, они должны быть еще. Один мне подсказали, есть с чуваком в таверне в первой деревне, на втором этаже, который, да, там обитает. И вот что-то типа вроде после спасения какой-то там, ему он дает квест, или может быть сразу, ну, в общем, какой-то с ним есть квест, его отвезти надо в Маншир. Но это я потом посмотрю, ладно, понятно, спасибо за эту информацию. А есть еще какой-то квест вроде как, если кто в курсе, где его найти, что надо сделать, то тоже, пожалуйста, напишите комментарий. Завтра, скорее всего, ну, плюс-минус, как будет там настрой, возможно, сделаю гайдик по троллю, как с ним проще сражаться. Ну, а сейчас, в принципе, все, смотрим про голову вепря. А, вот что тут, ага. 500, ну да. Вот она. А, вот что это такое. Годами шерсть этого чучела свалялась, а свирепость во взгляде сменилась недоумением, где он свернул не туда, как он оказался на этой деревяшке. Ну ничего себе, да это ж та самая глава, которую меня уперли. Где ты ее сыскал? Наткнулся на лагерь какого-то отребья, там и висело. Вот оно, значит, как. Так и знал, что этот прохиндей ее утащил. Ну ты молодчина, я уж думал, что так она навеки и пропала. Ох, теперь дела пойдут в гору. Это как пить дать, эта голова мне всегда удачу приносила. А как пропала, так беды одна за другой. И свиньи подохли, и король, и война началась. Да, голова в этом всем явно как-то замешана. Но теперь-то все наладится. Слушай, ну ты теперь мой лучший друг и товарищ. В моем трактире отныне можешь рассчитывать на королевский прием. Как захочешь, Эли, заходи. Первая кружка за счет черного вепря. Ну и комнату, так и быть, уступлю дешевле. Спасибо. Эльда еще бесплатно, это я за. Налей-ка мне кружечку пива. Как всегда, за счет заведения. Опа! Круто! Круто. Кто бы сомневался. Ну-ка. И теперь и вместо 15 10 крон теперь отдохнуть. Чит. И все на этом пока что. Спасибо всем за просмотр. Там, если что, подписывайтесь, вступайте в группы ВК, смотрите прохождение полностью всего контента доступного. Внизу будут все ссылочки. Все, всем удачи.